Мы вернулись в эфир, и с нами Александр Привалов, научный редактор журнала «Эксперт», любимого мной до чрезвычайности. И, кстати, вот ко мне постоянно пристают на тему, что читать, что читать. Вот «Эксперт» читайте. Я его, кстати, читаю, и... Иногда, Евгений, даже вслух, прямо там здесь. Есть... Да, иногда я обсуждаю то, что там напечатано в студии, потому что там действительно... Странным образом материалы, соответствующие реальности. Ну, вот такое бывает. Реликт. Ну да, недобитая вещь, которая связана не с пиаром, а с тем, что она пытается обсудить, чего в мире происходит. Причем вполне серьезными людьми. За что вам, кстати, и низкий поклон. Мы стараемся. И телевидение было в свое время, «Эксперт ТВ», точно таким же. Ну, давайте попоминаем покойников. Да, уморили наш телеканал, уморили. Ну, теперь, конечно, можно и похвалить. Ну, я, что ли, уморил? Не вы, нет. Вот в чем я вы не виноваты. Я в нем участвовал, честно. Да, это правда. На самом деле, у нас сейчас, по-моему, великий прорыв в экономике. Вот с инфляцией мы говорили перед тем, как вошли в эфир, что прям такие знаменательные цифры по инфляции достигнуты. Ура! Ну, ура? Не совсем ура. Они же хотели 4, а тут 4,1. А они – это правительственное Они – это на наше начальство. Денежные власти, экономический блок правительства. А было больше? Ну, было гораздо больше. Мягко. После того, как они, что они устроили в конце... Какого же это был год? 14-го, да. После того, что они устроили в конце 2014 года, было и 30. Это когда доллар так слегка приподнялся, не чуть-чуть. Доллар приподнялся, а рубль маленько чего-то такое, да. Ну, а с чего бы ему упасть, когда денежные власти страны объявляют, что им наплевать на то, какой будет курс, больше они его поддерживать не будут? А чего бы ему не упасть? Все кинулись спекулировать, справедливо. Все кинулись за долларами. Собственно, остановил это дело только господин Путин, который тихо поговорил с основными... Игроками. Да, с основными фигурами на рынке, что, мол, ребята, вы погодите малость. Вот. Если бы он этого не сделал, хотя на мой вкус это надо было сделать гораздо раньше и гораздо массированнее, если бы он хотя бы этого не сделал, было бы и 70, а не 30. В смысле, инфляция. На доллар тогда какой же был бы? 500, а кто 150? Его теперь знает? Мы же молодцы, мы же... У нас же постоянно нам рассказывают, что у нас министр финансов лучше то в Европе, то в мире очередной. Что у нас глава Центробанка лучше то в мире, то во Вселенной. Что вот нам все время это рассказывают. А у нас еще самая либеральная финансово-банковская самая политика. Абсолютно. И на клубе это, между прочим, обсуждали с банкирами. Вот, но при этом надо иметь в виду, что мы из сколько-нибудь заметных стран имеем самую волатильную валюту. То есть наши уважаемые денежные власти выжили из экономики все остатки, ну, много остатков жизни для того, чтобы добиться, чтобы инфляция была 4%. Добились, но нам же обещали, что нас мучают не просто из любви к искусству, не просто для того, чтобы Роскомстат сообщил, что вот вожделенные 4 наконец случились, а к концу года, может быть, и не ниже, может, там 3,7 будет. Вот. Нам же обещали, что как только это произойдет, как только мы эту страшную инфляцию обуздаем, вот тут-то и начнутся здоровые процессы в экономике, начнется массированное инвестирование. Можно вопрос? Китай? Сюда. Вот 4% есть, а инвестирование нет. Сегодня. Да, это великая фраза, конечно. Она мне ужасно нравилась в исполнении моего любимца Томаса Манна, который, значит, написал в какой-то момент, в начале 20-х, что ли, годов, что вот нам привезли новый проигрыватель, теперь можно послушать целую симфонию, не переворачивая, не меняя пластинок, а счастья все нет. Вот так и тут. 4% есть, а счастья нет, нет инвестиций. Они почему-то не начались. Может, нас надували все почему, это время. А почему, Александр Николаевич, они не начались? А потому что для того, чтобы что-то инвестировать, это что-то надо иметь. Значит, иностранные инвесторы по общеочевидным соображениям сюда как-то не сильно рвутся. Риски высокие, да? Доходность Во-первых, маленькая. Запреты существуют. Вот. А во-вторых, ну, кто хотел, невзирая на запрет, тот уже пошел. Массового прихода, конечно, не будет. Кроме того, существует абсолютно непреложный закон, не знающий исключений в истории человечества. Никто и никогда не будет вкладывать в страну, которая не вкладывает в себя сама. Значит, пока не инвестирует отечественный бизнес, родное государство, пока свои не инвестируют серьезно, никакого внешнего притока быть, ну, не бывает. Теоретически, наверное, возможно. У нас но практически в год не бывает. Уходит? От 100 до 50 миллиардов долларов. Но то есть никто не знает. И потом, на самом деле, тут это тоже стало поменьше, потому что, ну, потоки стали поменьше. Да нечего уже, да? Нечего выводить. Нечего. Мне наплевать насчет выводить. Выведи, введи, как тебе удобнее, прячься от налогов, как хочешь. Ты инвестируй. Инвестируй как киприот, инвестируй как филиппинец, инвестируй как русский. Инвестируй. Ну, да. Не инвестируй, потому что у тебя нет. Что в результате этой борьбы с инфляцией, титанической, самоспровоцированной инфляцией,
с теми 30% в моменте. Сами раскрутили. Сами раскрутили, боремся. Причем как? Как положено бороться с кровотечением из носа, наложением жгута на шею. Вот. Так что кредит запредельно дорогой. Нельзя опускать ставку по кредитам, кричат. Нельзя, потому что у них нет, не массовые экономисты, а массовые экономисты правящего направления. Да, конечно. А другие, они не экономисты. А другие, да, не экономисты, совсем понятно. Откуда они такие? Если ты при слове инфляция не впадаешь в священный трепет и начинаешь снимать все свои возражения, то ты не экономист, скажешь. Вот ну, тут да. На днях, вчера или позавчера, досточтимый Алексей Леонидович Кудрин, отвечая на нападки на свою программу, значит, выдвинул 5 тезисов, которые все примерно одинаковые. Апрельские было 10, и майских, видишь, всего 5, да. И говорит, все они как начинаются, вот нельзя делать то, чего типа предлагаете, потому что будет инфляция. Да сдохни, ты развей страну. Ребята, в начале текущего столетия инфляция была в 2-2,5, а порой в 3 раза выше, чем сейчас. И был экономический бум. Может, их надо гнать с такими советами? А это поможет экономическому буму? Хорошо, может, их надо вешать, говорю я, на фонарях? Нет, вешать не надо. Ну, если гнать, вы не даете себе. Конечно, не надо никого. А тут ведь вопрос простой. Ребят, вы в течение 25 лет, лично вы, Кудрин поменьше, но вот ровно это школа экономических учений. Вы возглавляете всю экономическую рулежку в стране. Все эти 25 лет вы боретесь с инфляцией, боретесь с волатильностью национальной валюты, боретесь со слабостью отечественной финансовой системы. Результат по истечении 25 лет. Инфляцию вы в моменте победили, но как только тряхнет на валютном рынке, она-то опять полетит. Валюта одна из самых волатильных в мире, если не самая волатильная. Финансовая система годна только для того, чтобы на нее высморкаться. Вы 25 лет занимаетесь этим. Может, уже все? Ведь понимаете, в чем дело? Ведь никто же ничего против не говорит. Разумеется, с инфляцией надо бороться, потому что небольшая инфляция чрезвычайно здорова для экономики, большая чрезвычайно губительна. Это правда. Она должна быть небольшая, тем так, чтобы бодрила, но небольшая, ну, понятно. Чтобы было нужно вкладывать. Никто не спорит. Никто не спорит с тем, что нужна определенная доля свободы в работе финансовых структур. Но как-то вы немножко переборщили со всем этим, по-видимому. Вам в течение всех последних вот 2,5 лет вам рассказывают, что сейчас вы воспитали, так называемое, ну, не вы воспитали, это явление общемировое, вы тут развели целый палисадник carry trade. То есть, пользуясь тем, что вы делаете с курсом доллара, с кредитом, сюда все приходят зарабатывать. Просто покупать валюту, да? И представим себе, что я иностранный бизнесмен. У меня на родине или есть, или скоро наступит ПОПС. Знаете, что такое ПОПС? ПОПС – это политика отрицательных процентных ставок. То есть, мне на депозит в банке не только процентов не дают, меня еще дерут за то, что у меня деньги там лежат. Если сегодня не дерут, начнут драть завтра. У меня ПОПС. А у вас тут благодать. У вас тут благодать. И вы держите явно завышенный курс рубля. Ребят, где проблема? Я начинаю играть на вашем рынке, твердо зная, что вот проценты, которые я там получу, я к себе заберу практически без потерь. То есть, наша страна, которая находится в не лучшем экономическом положении, питает валютных спекулянтов, ну, просто со всего света. Зачем мы это делаем? Александр Николаевич, ну, я так понимаю, carry trade же зависит скорее от процентных ставок Центробанка России и, например, ФРС США. То есть, когда разница не слишком большая, тогда... Нет, во-первых, разница, задранные ставки, да. Во-первых. И, во-вторых, полная свобода валютных операций. Тебя никто ни в чем не сдерживает. Ты все унесешь. Но все, что здесь говорите, народ, что либерализм у нас удивительный. Но это что? Высшая школа экономики, Центробанк, вот Минфин. Я не хочу называть фамилии, они министр, мне надоели. 62-65 должен стоить доллар в конце года. И все на него ругаются, говорят, ну что ж такое-то? Ты наш министр или не наш? Just a moment. Вот я не очень понимаю. Нам все рассказывают, что сохрани Господь вообще как-нибудь рулить рублем. Потому что рубль должен плавать совершенно свободно. Но черный рынок будет, как в Венесуэле. Да не будет. Слушайте, наши уважаемые соседи, Китайская Народная Республика есть такая страна есть у нас под боком, они держат заниженный курс юаня 30 лет. А чего им это стоит? А можно я спрошу, чего им это стоит? Они стали первой экономикой мира. Чем им это стоит? Ну вот, наверное, нехорошо, да, они ужасно нарушают правила Вашингтонского консенсуса. Но это не стоит денег вливать немного в экономику, или наоборот, закупать юани постоянно, чтобы они Сереж, посмотрите на Китай 30 лет назад и сегодня, посмотрите на нас 30 лет назад и сегодня. Но это за счет инвестиций, но деньги они на это тратят. Горько заплачьте, идите мылить верёвки. Эта политика стоит денег, поддерживать дешёвый рубль. На этом свете бесплатно только смерть. Конечно. Это не для всех. Значит, совершенно очевидно, что политика поддержания заниженного курса национальной валюты
за которую поносили уже 20 лет, поносит Китай, за которую начинают поругивать Индию, она делает примерно то же самое. Конечно, у нее есть свои минусы. Ну, да. Но я бы хотел обратить внимание на плюс. Да. Значит, нет на свете рецепта, у которого нет недостатка. Все есть лекарство, все есть яд. Да? Браво. Mm-hmm. Вот. На самом деле речь должна идти вот о чем мне представляется. Речь должна идти не об этой всей лабуде. Вот широкие народные массы не должны знать слово. Инфляция, базовая ставка, все это... Вот таргетирование. Таргетирование этой самой инфляции. Ужас какой. Народным массам это глубоко не должно быть неинтересно. Так же, как народным массам не должно быть интересно, как устроено там какое-нибудь очередное средство от такого-то онкологического заболевания. Сложно оно устроено. Народные массы должны интересовать, чтобы они жили все лучше и лучше, чтобы экономика развивалась, чтобы болели все меньше и меньше. Как это делается, пусть работают специалисты. За это деньги они получают, да? Цель экономической политики важнее, чем средства. Если целью экономической политики объявляется инфляция в 4%, рано или поздно наступает конфуз. Ребята, вот, есть 4%. Дальше что? Вы достигли своей цели. Кому стало веселее, кроме лично вас? Угу. Ну, давайте, вы нам обещаете через 3 года, или там через 4, я не помню, через сколько, через несколько лет вы нам обещаете выход темпов роста отечественной экономики на среднемировые темпы. При этом называете цифры немножко не бьющиеся. С какого бодуна? Непонятно. Неважно, скажем, мы сейчас разберем. Но вы опять же называете цифры расчетных показателей. Замечательно. Хрущев, цель, коммунизм обещал. Вы хотели чего? Есть вполне конкретные проблемы. Есть проблема бедности. Бедность растет в стране. В том числе рабочая бедность. Люди работают, и они нищие. Есть проблема растущей дифференциации в стране. Есть проблема продолжающаяся и зашедшая в некоторых случаях уже немыслимо далеко деиндустриализации страны. Уважаемый журнал «Эксперт», который, к счастью, сегодня не я хвалю, а... Евгений Янович, да, он всегда читает, ухвалю. Он, сейчас скажу, когда, 4,5 года назад, в декабре 2012 года, напечатал статью под названием «Мы ничего не производим», в которой было с цифрами показано, что нам все время врут, значит, тогда врали, сейчас уже перестали, что промышленно развитые страны, все производство такое простецкое, такое вот неинтересное, пуговицы всякие, да, впихивают в страны победнее, где гайки... Вот. А сами метизм. Живут на высокой этой самой высоконаучной промышленности. Выясняется, что все сколько-нибудь заметные страны мира производят больше нас в расчете на душу населения. Штанов, не знаю, табуреток, ботинок, то самое простецкое, риса, да? Молока. Всего. Мы не производим практически вообще ничего. Но это говорят... Мы как система, да. Как страна, как экономическая система, практически не существует. Это ресурсное проклятие, говорят. Это обычно. Не ресурсное проклятие, это проклятие экономической политики. Экономическая политика, на что была направлена, по сути, не борьбу с инфляцией, она к тому, собственно, она и продвинулась. Она была направлена на встраивание в качестве второстепенного, поневоле второстепенного элемента в единую мировую экономическую систему. Бензоколонка. Почему обязательно бензоколонка? А вот научился ты делать какую-нибудь гайку, особенно хитрую гайку, не, лучше всех в мире. У тебя ее будут покупать. У тебя ее будут покупать, потому что лучше всех ты эффективно ее делаешь. Ну, атомные электростанции, например, мы умеем делать, у нас... Тут беда вот какая. Вот это самое встраивание на правилах ведущих стран, оно поневоле клочковато. Даже если бы не было санкций, даже если бы не было свирепого политического, внешнеполитического раздрая, вот не было бы этого ничего. Все равно это клочья. Ты никогда по сколько-нибудь широкому спектру не прорвешься в мировой конкуренции, это нереально, этого никто не умеет. Значит, если ты единственным условием выживания производства объявляешь, твоя официальная политика, его мировую конкурентоспособность, ты штанов не будешь шить никогда. Не штанов экстра-класса, в которых какая-нибудь супермодель по суперподиуму пройдет, а штанов, вот, в которых люди ходят. Вот все шьют обувь для себя сами. Одни мы как этого делать никак не можем. Только был начали что-то такое клепать, но тут подорожал рубль, опять все укосилось в Китай, в Турцию. Все закончилось, да. Так нельзя. Целью экономической политики не может быть экономика, которая ничего не производит. Ну, как мы видим, можно. Давайте скажем, не должна. О, ну, не должна. Но потом... это ведь вынужденная тема, да? Что? Но... Вынуждена что? Александр Николаевич, ну вот знаете вот этот довод, голландская болезнь. Ну якобы, что какой смысл я буду производить штаны у себя здесь за 3 рубля, если могу купить за 1,5 в Китае? Вот так. Ой, ну смысл... Нет, я вот наша статья, которую, на которую я ссылался с 2012 года, показывает, что нет на свете ни одной сколько-нибудь заметной страны, которая не обеспечивает свои базовые потребности сама. Да, не обязательно на 100%. Если припрет, она может сшить 100% штанов, но, разумеется, она этого не делает. Она шьет, допустим, 70%, у нее масса других специальностей, эта страна.
Но не 3%. Понимаете, когда у вас одновременно рушится космическая индустрия, она рушится, и много чего другого, то говорить о том, что ну, мы не будем штаны, потому что нам не нужно, мы пойдем другим путем, так вы чего же вы не идете-то другим путем? И потом заметьте себе, есть ведь на самом деле достижения довольно серьезные. Вот эти ребята из соседней с нами страны, которой Киев столица, вот они нам отказались, значит, поставлять, если я правильно помню, вертолетные двигатели. Слава богу. И вот наши ребята, значит, за 2 года освоили производство. Это блестящая победа. А теперь скажите мне, пожалуйста, ее обеспечила денежно-кредитная политика? Нет. Нет. Когда хотят чего-то сделать, то это делают. Значит, люди садятся в кружок и думают, для того, чтобы на выходе был вертолетный мотор. На входе надо сделать это. Не создать благоприятные условия, не усовершенствовать экономические институты, не усовершенствовать судебно-правовую систему, не вложить больше денег в здравоохранение, а сделать то-то и то-то. Кадры, это станки, делается. Деньги, мотор. Прекрасно сказали слово «станки». Насколько я слышал, я не занимался этим вопросом специально, может, не все правильно слышал. Значит, насколько я слышал, вот в этой блестящей, повторяю, победе, с тем, что вот за очень короткий срок освоили очень сложное изделие, там не использовалось отечественное оборудование практически совсем. Значит, оборудование, которое позволило производить эти моторы, практически полностью импорт. А не было его, потому что уже. Ну, в общем, станкостроения отечественного, в общем, почитай, нет. Кто мешает снова собраться в кружок и сказать, без станкостроения современной страны первой лиги не бывает. Значит, надо возрождать станкостроение. Наверное, не фронтально. По крайней мере, поначалу. Наверное, по каким направлениям, что для этого нужно? Мы имеем в виду, не все сразу, а какие-то выбрать, да? Понимаете, Маслюков, а нет, премьер не Примаков, а который премьер говорит прощения, здорово. Я прошу прощения. Кто садится будет в кружок? Вертолетные двигатели сделали. Кто садился? Не знаю. А можно я не буду это знать? А я немножко знаю. Зато я знаю, что приходил премьер-министр Медведев на днях президенту Путину и приносил ему план развития до 25-го, что ли, года? 2030 стратегию? Нет, не стратегию. Это другое уже. План мероприятий, план действий правительства, да, до 25-го года. До 25-го, значит, что такое план? Значит, в общем, нельзя сказать совсем уж по-русски, слово-то иностранными корнями, но уже и по-русски тоже. План – это список мероприятий, имеющий конкретные цели, обеспеченные конкретными ресурсами. Можно узнать, какие там мероприятия? Да нет там никаких мероприятий. Это опять общие направления. Чисто говорильня. Поделать чего-нибудь в этом направлении, поделать что-нибудь в этом направлении. Так вертолетный двигатель не сделать, так ничего не сделать. Так не те люди вот говорили. Я хотел бы сказать, что сейчас самое время начать обсуждать цели, не средства. Средства, они соответствуют целям. Если у тебя цель таргетирования инфляции, значит, ты и средства подтягиваешь под это. Кадры, если у тебя кадры цель, решают. Если у тебя цель, например, условно говорю, я ее не навязываю, если у тебя цель ограничение бедности, у тебя будут другой набор средств. Если у тебя цель корабли, борьба с деиндустриализацией, у тебя третья. Если у тебя цель космос, если у тебя цель станкостроения, если у тебя мне цель... Мне представляет, что очень достойная цель – это вот воссоздание целостной экономики. Вот блестящую статью мы написали во вчерашнем номере «Эксперта». Хвалю совершенно, не стесняясь, поскольку не штатный автор написал. Статья очень важная и толковая. Михаил Витальевич Ремезов написал. Сейчас, да, скажу, как она называется. Миша может. Вот она называется. Стратегия для страны системы. Вот ровно то, о чем я сейчас говорю. Ведь никаких открытий делать не надо. Все эти проблемы обсуждались настоящими экономистами, не экономистами секты Вашингтонского консенсуса, которые тоже бывают настоящие. А экономисты, укорененными в земле, решающими земные вопросы, они обсуждались по меньшей мере 200 лет, на самом деле больше. Много чего известно. То есть классические методы есть? Есть классических, пожалуй, нет, потому что никто так перед задачами такого масштаба в классическую эпоху не вставал, задачи гигантских масштабов. Но методы существуют, в общем, проверенные, почитайте листы, почитайте, много кого можно почитать, есть на свете люди. Вот, так, может быть, это пообсуждаю, ведь самое время, вот нам же замечательно пример показали, как не надо, вот несколько недель назад, недель две, что ли, назад, презентовал свою стратегию Алексей Леонидович Кудрин, сразу сказал, что президент он ее покажет, а больше никому не покажет. Интересная, кстати, логика. А эта стратегия, сказал он тогда же, будет востребована страной. Как страна может востребовать, ты что, в глаза не видел, я не знаю. Его вроде переубедили, он будет обсуждать. Ну посмотрим. Велит президент, и будет так эта вот, стратегия. Обсуждать надо не стратегию, обсуждать надо сначала цели.
Потому что, вот, например, говорит Алексей Леонидович Кудрин, святые слова, что надо больше тратить на образование, на здравоохранение. Все, вот сколько у кого есть труб, все должны голосовать за это. Но это же тоже не разговор, если всерьез, потому что это опять средство, а не цель. Какое образование? Что оно должно уже давать? Сегодня. Образование сегодня, ну, вежливо говоря, в не очень красивом состоянии. Но, ну, по многим параметрам оно уж сегодня работает выше цели. Зачем? Пациент скорее мертв, чем жив? Ну, это отдельный разговор, давайте чуть позже. Ну что? А чего? У нас еще все равно до 30 почти минута, поэтому проблема заключена в том, ну, я болтаюсь в реальной экономике достаточно много. Смотрю на... Мне все равно, какая теория. Глазьев, Кудрин. Ну, совсем катастроф. Чего вы руку тянете? А, Евгений, 30 минут. Я перепутал, да-да-да. Перепутали. Да-да-да. Вот мне, понимаете, что в лоб, что по лбу. Я вижу людей, при всей симпатии к одному и спокойствии к другому, ни один из которых ни разу в своей жизни ничего реального в реальном секторе не создал. А теоретики, от работы которых... Ну, как-то пока хорошо не стало никому, который строит очередную стратегию. Это все-таки метание собачки за хвостиком. Очень умилительно, но толку ноль. Хотя работы масса. У нас в гостях Александр Николаевич Привалов, 5533-Вести. И Сергеем Корнеевским. Итак, господа, мы вернулись. Смотрите, тут как вот... Вспомнили про футбол, великая арена «Зенита», в которую было вложено столько, что этот стадион должен летать по галактике в рамках мировых межгалактических футбольных матчей, а ответственный from the bottom of his heart, как известно, занимается другими вещами в чине вице-премьера. Ответственный за то, что происходило в экономике последние 15 лет, ну, не нищенствуют и продолжают теории. Да дай им бог, пусть и продолжают теории. Только что в практику, я понимаю, не реализовывали. Да, это еще во времена, когда Советский Союз был, и не все были довольны тем, как работает Госплан, была очень популярна теория, что не сохрани, Господи, никого из них не надо ни сажать, там, ни увольнять, ничего. Надо просто взять ножницы и отрезать все телефонные провода, которые из здания Госплана уходят наружу. И пусть себе там делают, что хотят. Знали бы мы, что дальше будет. Ну да, они были еще ничего. Они были во многих отношениях несопоставимо сильнее. Прежде всего, потому что они очень твердо знали землю, на которой стоят. Люди уровня начальника отдела Госплана знали свои отрасли, как каждый из нас знает свою кухню. Это, они могли воротить совершенную лабуду, что часто бывало, они могли, и среди них были идиоты, как всегда бывает, любой группы людей есть идиоты, но в целом они, конечно, были посильнее. Вот, а тут вы правы, да, насчет того, что никто никогда пальчиком ничего не сделал, очень многие предприниматели, с которыми вот мы обсуждаем эти вопросы, прям так и говорят, что над экономистами, бухгалтерами, вот над всеми этими ребятами, для которых движение циферок на счетах, оно, собственно, является смыслом существования, вот, над всеми ними должен стоять хозяйственник. И при всей простоте этого решения, может, оно не такое глупое, как кажется. То есть, ни в одной корпорации бухгалтер не управляет ни строительством Боинга, даже вот в тех, которые они сами любят очень, в самых либеральных учебниках написано, что ни в одной корпорации финансистов к стратегии не подпускают. Финансисты – это одно, стратегия – это другое. Сначала стратегия вырабатывается хотя бы в черне, потом она начинает обсчитываться, не наоборот. Ну вот, а что касается образования, ну, наверное, надо как-то сориентироваться, потому что, ну вот, а возьмите, откройте любой сайт вакансий. В Москве очень легко, ну, не легко, можно устроиться, там, не знаю, официантом, дворником, устроиться даже в Москве инженером. Гораздо сложнее, в десятки раз сложнее. Вот. Это сфера услуг раздута? Я вам сейчас скажу одну вещь. Недоразвито, все остальное. Ага. Я вам сейчас скажу одну вещь, которую не говорил, вдруг она поможет когда-нибудь. Это реальная история. Один из моих знакомых, близких знакомых, стоял у руля создания высокотехнологичной корпорации, которую потом возглавил совсем большой мальчик, замом которого он был до этого. Для этого знакомого это все в конечном счете кончилось плохо. И я, как дурак большой, говорю, вот, наконец-то создается... И начал я тащить ему ученых, технологов. Ну да, потому что если стоит задача воскресить, чего у нас было, да, в Союзе, то надо же и из Запада потащил. Он на меня жалобно посмотрел, говорит, это все хорошо, но это не надо. Вот финансисты нужны, которые, я тогда не понимал этой фразы, теперь понимаю, которые готовы положить жизнь свою на алтарь. И так по-доброму на меня посмотрел.
финансисты нужны, которые готовы класть жизнь на алтарь. То есть, когда зиц-председатель фунт заранее знает, что его посадят, вот он и нужен. У нас надо что, производство зиц-председателей назначить? А, может быть, не надо сажать? На потоке. Чтобы они не знали, что они их потом посадят. Они как нельзя, батенька, за их функции придется сажать. Надо сажать, к сожалению. А уже заранее определено, что посадят. Ну, жаль. В этом жалко пчелки в жопке. Извините, пожалуйста, за это и функция. Не функция создать широкоподшипниковую отрасль, атомный проект, космическую отрасль. Редко-редко что-то такое случается, именно когда прижмет, прищучит, прижучит. Так и Сердюков, кстати, тоже не бедствует. То есть, ну вот эти же ребята все равно командуют в конечном счете, и они все равно остаются. Это как золото промываешь, чего у тебя останется? Вот это самородки наши, Мутко, Сердюков, ну и что будет? Так и будет. Тут ведь нам же все время рассказывают, что целями являются какие-то такие сферические кони в вакууме. Вот инновации. Ну, замечательно, инновации очень хорошо. Инновации в чем? Если ты ничего не производишь фактически, то у тебя в чем будут инновации? Ты что будешь обновлять? Вот цифровая экономика. Цифровая экономика на базе чего? А может быть, это нужно для того, чтобы пускать пули в глаза, и они чтобы не мешали работать? Чтобы, а работать уже в своих интересах. Просто у людей до сих пор впечатление, что они сказали, что когда они говорят, что мы за инновационное развитие, они что-то говорят. Это как молитва, такая, как мантра? Как мантра, да. Что это что-то значит? Это не значит ничего. Вот у нас в стране дико запущено жилищно-коммунальное хозяйство. Дико запущено. И, между прочим, оно, тем не менее... генерирует довольно значительные деньги. Триллионы рублей платит население за такие-сякие за услуги ЖКХ. То есть, отрасль, требующая инноваций налицо, деньги на эти инновации циркулируют бесперебойно, надо взять и сделать. Но взять и сделать, не создать институт развития, а принять конкретные решения, принять конкретные нормативные акты, которые разрешают конкретные проблемы ЖКХ, создать конкретных юрлиц, которые будут делать то-то и то-то, вперед. Это как-то очень земное. Мне кажется, это не свойственно нашему. Это даже не земное, а подземное, потому что трубы закопаны. Да. Это... Но это реальная проблема. На этом может быть создан огромный драйвер экономического развития всей страны. Потому что все это надо делать, это рост ВВП. Ну, что я говорю, рабочие все понятно. Места, да. Рабочие места, совершенно верно. Качество жизни. Такое смешное. Да. А кому нужна экономика, в рамках которой качество жизни не становится лучше? Это как когда... Ну, кому нужна? Не, я понимаю. Всем хочется, чтобы было лучше. Но если не становится лучше, то равно жить-то надо, живут как живут. Слушайте, это принцип Чурчилла, о котором много раз говорил, когда... Почему у нас там деньги, выкинутые на зарубежье, введенные в американские ценные бумаги, против всех стандартов мировой экономики и норм разумности? А потому что Чурчилла висит, ты мимо прошел, лизнул. Оно как бы незаметно, но с другой стороны тебе сладко стало. И так можно ходить вдоль этой подвешенной чурчхеллы, изредка ее полизывая. И чурчхелла на внешний вид есть. И тебе хорошо. У меня смутное ощущение, что вы сильно упрощаете процесс, потому что Конечно. Я очень сомневаюсь, чтобы процесс сохранения части золотовалютных резервов Родины в иностранных ценных бумагах позволял простой пилёж. Нет, конечно. А вот там... Я же говорю слово «пилёж», лизнул чуть-чуть. Даже подпиливание. Не думаю. Ну, на самом деле, дело не в этом. Дело в выборе целей. Что хранишь, ты имеешь. Сейчас можно говорить не в политическом смысле, к счастью, а в смысле содержательном, о том, что в стране, да, есть две партии. Причем довольно очевидное. В стране сейчас совершенно очевидно противоречие между заметно возросшим за последние годы внешнеполитическим суверенитетом. Это можно оценивать положительно, отрицательно, но совершенно очевидно, что политически страна стала самостоятельнее, чем была сколько-то лет назад. И абсолютной экономической несуверенностью. Абсолютной. А зависимостью, да? Зависимостью, растущей зависимостью, беспомощностью. Поэтому это противоречие, на самом деле, требует разрешения. Разрешаться оно может двумя способами. Либо поднять экономическую суверенность до уровня политической, либо опустить политическую до уровня экономической. Ну, преимущественно. Понятно, что возможно встречное движение. Но преимущественно либо в ту, туда, либо, в либо преимущественно сюда. Вот это две основные партии. Александр Николаевич, а экономическая суверенность будет в чем заключаться? Как в том, что страна станет системой более или менее способной на суверенное существование. Это не автаркия, сохрани Господи. И это не, например, запрет хождения валюты или чем-то такое? Да нет, конечно. Вообще ничего пещерного уже давно не надо и никто давно не требует. Когда люди говорят, что нужен некоторый здоровый протекционизм. А представители второй партии, только потом скажите, кто? А вторая это у нас кто?
Вторая — это экономическая независимость и доведение до ума экономики. Я что-то таких и не видел, наверное. Ну, я, конечно, прошу прощения, но вот то, что я называл статью Михаила Анатольевича Ремезова в нашем журнале, там это буквально сказано. Наш журнал явно представитель этой второй партии. Все, что мы пишем, идет к этому. Только вы не Кудрин, и не Глазьев, и не Медведев. Слава богу. Я не хочу быть ни Кудриным, ни Глазьевым, ни Медведевым. Я знаю, по влиянию. К сожалению, я не знаю, какое у них влияние. Видите, какое дело? На самом деле, тут я боюсь, что все гораздо сложнее. Я боюсь, что тут нет забега к уху. То есть, может, он и есть, но не он решает. Люди-то все довольно взрослые и, наверное, оценивают политические риски. Так что вот не знаю. Александр Николаевич, я прошу прощения, но сейчас, правда, нужно сделать небольшую паузу. 553-200 для ваших вопросов и сообщений. 8-903-170-63-63. У нас в гостях Александр Николаевич Привалов. Сановским и Сергеем Корнеевским. Мы вернулись. Мы возвращаемся к разговорам, мягко говоря, о полимерах. Мы тут вот за кадром. Которые куда-то говорили. Исчезли, да? Да-да-да, была некая историческая речь, может, ее кто-нибудь увидит. Погубили все полимеры. На сложном русском языке, записанная про то, что с полимерами, начальника некого цеха Череповецкого металлургического завода, который мне хорошо памятен еще со студенческих времен. Александр Привалов в нашей студии. Итак, есть школа, я бы сказал, реалистическая на тему будущего нашей экономики. И есть школа, я даже не знаю, как ее назвать... фантасмагорий, таргетирование инфляции, как цели и задачи. Есть совершенно стройная, немножко устаревшая, немножко вышедшая из моды, так сказать, умиря, но все еще очень сильная, особенно в университетах всего мира, экономическая теория, которую у нас для краткости называют либеральной. Ну вот она у нас и царит в экономической политике. Не, а теория в университетах — это хорошо. Но нет, теория в университетах — это не очень хорошо, потому что где-то должны обучаться люди, которые потом будут руководить страной. Но они в других университетах. Каких других? Понимаете, на самом деле сейчас практика резко отошла от догматов этого самого Вашингтонского консенсуса, которому уже почти 30 лет. Потому что, ну вот случайно, что ли, наш рыжий друг в Америке заговорил о протекционизме. Случайно он... Вы имеете в виду Трампа или Чубайса? Да, Трампа, слово «рыжий друг» в Америке. Разное. Вот. Не случайно же он разрывает или пытается разрывать многосторонние соглашения, уповая на двусторонние. Не случайно он говорит о возвращении промышленности в страну. Протекционизм нового толка будет царить во всем мире очень скоро. А у нас будет? Ну, или нас не будет. Потому что когда мы сейчас говорим, что нужен разумный протекционизм, никто же не говорит, что нужно устроить колючую проволоку на... границы, не пропускать иностранных товаров, пусть какое говно, какую плохую продукцию здесь делают, такую мы все и используем. Этого никто не говорит. Люди говорят, что вы создали нечеловеческие условия для отечественного бизнеса, компенсируйте хоть что-нибудь. Почему у любого из наших конкурентов огромные кредиты, долгосрочные, дешевые, а у нас, вы сами знаете, что? Почему у них... всяческое субсидирование и поддержка экспорта, а у нас, вы сами знаете, что. Ну, и так далее, и так далее. Хоть чуть-чуть компенсируйте тот самый ад в бизнес-атмосфере, который вы и создали. А зачем? Что значит зачем? Вот ровно за тем, чтобы страна стала самостоятельной экономикой. А зачем? Еще раз повторю. Не надо считать людей такими уж оголтелыми мерзавцами. Они тоже хотят добра по-своему. Может быть, они нас считают оголтелыми мерзавцами. Речь ведь не идет о том, чтобы кого-нибудь удавить. Речь идет о том, чтобы все-таки добиться того, чтобы вопросы были поставлены правильно. Я точно не за то, чтобы их удавить. Пусть сдохнут сами от старости, богатыми, миллиардерами. Но любая попытка добиться чего-то прагматичного от людей, которые видят смысл и цель своей жизни в том, чтобы добиться некой догмы. Ну, вот это на самом деле религиозная слово вера. Слово «догматик» — это слово, в общем, ругательное. Особенно, когда он получает власть. Это вы совершенно правы. Да. Вы совершенно это правы. Это догмы, и с ними нечего. Невозможно дискутировать. Да. Тем более, что эти догмы общеизвестны, сказать, они не являются тайной. Все понятно. Причем, и заметьте, всякая дискуссия, вот гениальный пример дал Алексей Леонидович Кудрин вчера или позавчера. Кончается именно так. Вы предлагаете то-то, то-то, нельзя, потому что будет инфляция. Вы предлагаете это? Нельзя, потому что будет инфляция. Ну, а инфляция — это речь о росте цен на потребительские товары, да, по большому счету? Именно из-за этого ее боятся? Чтобы народу хуже не было? Да нет, только не надо сказок про то, что кто-то думает о том, чтобы народу хуже не было. Потому что если не говорить ни о чем выходящем за пределы двух-трех терминов, то становится работа очень простой. Легкой, и ты красавец.
управление финансами страны, управление кредитной сферой страны, ну, управление банковской, управление экономикой страны, оно совсем простое. Всего-то надо смотреть на 2-3 показателя. Господи, даже на один. Ну, получается, что да. Да это вообще, тьфу, работа хорошая, и тебя все хвалят. Потому что как КПИ. Тебя ВВФ хвалят, тебя Мировой банк хвалят, тебя весь мир хвалит. Тебя только здесь ругают, ну, здесь же люди не понимающие. Но не те люди. А понимающие люди хвалят. Все сразу хорошо. А чем не хвалить, когда загнанное под ноль авиа или автостроение означает означает. Насчет автостроения уж не надо, и авиастроения ничего. На самом деле, ведь разговор идет ровно вот о чем. О том, чтобы думать не о догмах, как справедливо заметил Евгений Янович, а думать о каких-то конкретных вещах. Выберите себе цели конкретные, думайте о достижении этих целей. Для этого надо удавить инфляцию, удавите. Для этого надо маленько раскочегать инфляцию, раскочегайте. Надо забыть, забудьте. Но в соответствии с избранными целями. Не для того, чтобы на бумажке было что-то и стояла галочка. Для того, чтобы что-то случилось в реальном мире. И главное, точно поданы ли, ведь уже даже есть цветовая дифференциация штанов, то есть у общества есть будущее. Ну так уже займитесь тем, чтобы эти штаны хотя бы были. Шутка, конечно. Грустная, Евгений, шутка. Какие тут шутки? Нет, на самом деле все это вполне достижимо, потому что вот до этого злосчастного события с рублем, когда рубль действительно заполз немножко сильно вверх, довольно многое оживилось. Очень показательный пример с так называемым импортозамещением. Ведь поддержка соответствующим отраслям сельского хозяйства, и уж тем более сельскохозяйственного машиностроения, была по мировым понятиям очень небольшой. Значит, добрые европейцы, добрые американцы, добрые канадцы своих поддерживают гораздо активнее. Но даже с этой небольшой поддержкой, там же были чудеса, там бумировали отрасль. Ну да. Ведь на самом деле, вот в ходе этой жуткой многолетней давиловки с демонетизацией экономики. Ведь на самом деле выжили только абсолютно испытанные ребята. Ну, те, кто выжил, это бойцы-бойцы. Они выжили там, где бронированные крысы сдохнут. Это точно. Им немножко дать. Вздохнуть, дать. Немножко приспустить налоги, немножко облегчить кредитование. Ну, совсем немножко. Немножко перестать баловаться с курсом. И все будет. Это так очевидно звучит, Александр Николаевич. Почему этого не делать, непонятно. А спекулировать потому что на будет курсе. Инфляция, вам же сказали. Ничего этого нельзя, потому что будет инфляция. Но там инфляция, например, 10% или 30%. Если 10, то может и ладно. Ну, видите, какое дело? Еще раз. Значит, в начале тысячелетия, столетия, так и было. И был бум. А почему? Потому что денег было много. Потому что монетизация экономики росла. Росла монетизация экономики, был бум. Совершенно. Падает монетизация экономики, есть спад, и хоть ты что. Поэтому вот... А дело в том, что Столыпин и Увид-то были совершенно другие. Я представляю себе, вот в тех правительствах разговор... Если бы Петру Аркадьевичу Столыпину рассказали, что деятельность его кабинета должна быть направлена на таргетирование инфляции, я боюсь, что плохо бы это кончилось для рассказывающего. Ну, человек был деликатный, вешать бы не вешал. Ну, не расстрелял. К сожалению, у нас... Конец эфира. Так всегда. Александр Николаевич Привалов был у нас в гостях. Спасибо большое. Евгений Иванович, спасибо. До завтра. От 2 до 5.